Где установить стелу гору трудовой доблести? Эту тему продолжают обсуждать архитекторы Чуваши. Сегодня в Чебоксары приехал монументалист, победитель конкурса на лучшее скульптурное воплощение символа Денис Стритович. Пересечение президентского бульвара, 30-й автодороги, площадь перед железнодорожным вокзалом, мемориальный парк Победа и пространство перед главпочтамтом. На выбор предложено 4 площадки. Решать будут горожане. Мы, с своей стороны, делаем эскизный проект, который, я надеюсь, плотно сотрудничает с местной архитектурой и общественностью, который совместно принимается, меняется, ломается, двигается, к чему приходим. После общего совместного решения он уже переходит в стадию рабочего проекта, который делает город. Вот так будет выглядеть сама стела. Ее предлагают сделать из гранита, металла и декорировать мозаикой. Общая высота более 19 метров. Вокруг планируется разбить небольшой сквер. Определиться, где это будет, нужно до 8 июля.